Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и просто гости моего канала. В этом выпуске я подготовила для вас особенный проект, который по своим параметрам и особенностям отличается от многих нам привычных децентрализованных проектов за счет своих самообучающихся и самооптимизирующихся нейронных сетей, о которых, собственно говоря, более подробно мы сейчас с вами и поговорим. А пока, дамы и господа, рада представить вам уникальный в своем роде блокчейн-проект под названием Vilas. Как я уже сказала, Vilas – это современная, безопасная, чрезвычайно масштабируемая блокчейн-платформа, использующая самообучающиеся и самооптимизирующиеся нейронные сети и смарт-контракты для улучшения всех алгоритмов консенсуса, необходимых как раз-таки для поддержания децентрализации, стабильности и безопасности всей сети, так как именно наличие искусственного интеллекта позволит добиться команде разработчиков Vilas их главной цели – и устранить при этом уже существующие проблемы других блокчейн-сетей, которые, несмотря на всю децентрализацию, в большинстве случаев являются централизованными и имеют при этом большие проблемы с масштабируемостью. Более того, часто производители блоков и вовсе не заинтересованы действовать в интересах сети, что естественным образом снижает эффективность и пропускную способность самой сети. А это, согласитесь, весьма неприятный факт. Vilas же полностью децентрализован, благодаря расширенному делегированию AI, который в свою очередь не только подтверждает AI-ТПОС, но и делает ставки, опираясь на потребность блокчейна. При этом сам проект способен создавать блоки при необходимости каждые 2 секунды или же каждые 5 минут, демонстрируя при этом потрясающую масштабируемость до 30 тысяч TX в секунду, что, согласитесь, весьма впечатляет. Ну и это еще далеко не все, ведь имеющиеся нейронные связи в Vilas представляют собой серию различных алгоритмов, каждый из которых направлен на устранение каких-либо неровностей в блокчейне, гарантируя при этом работу сети в том формате, в каком она и должна быть изначально. Более того, благодаря AI, Vilas способен не только формировать блоки и вознаграждение узловых операторов, но и выбирать для производства блоков операторов, руководствуясь искусственной интуицией, что естественным образом отражается на результатах, снижая тем самым как стоимость консенсуса, так и увеличивая масштабируемость самой сети, которая в свою очередь достигает уже свыше 30 тысяч TX в секунду. При этом сам проект Vilas, благодаря своим особенностям, легко может послужить основой для развития новой компании, биржи, торговой платформы или даже мультисигнала. Так, например, компания Mint AI уже использует технические возможности Vilas, что, согласитесь, является прекрасным началом одного большого пути развития и внедрения рабочих инструментов от Vilas в нашу повседневную жизнь. Тем более, что внутренний токен проекта VLX можно также легко использовать в своих транзакциях, как те же токены эфириума и других монет ERC-20 стандарта. При этом обращу ваше особое внимание на тот факт, что данный токен VLX уже торгуется на таких биржах, как BV, XMO, ZBG и ProBit, с весьма неплохим суточным объемом, который в свою очередь составляет чуть больше 1 миллиона долларов США, что, согласитесь, не может не радовать. Также в Vilas есть уникальная функция Node Stakes, где вы, как владелец своих VLX токенов, можете участвовать в формировании следующего блока сети, который посредством голосования будет либо одобрен и допущен в сеть, либо же будет заблокирован. Выгода же пользователей от этой функции состоит в том, что если они правильно предскажут избранные блоки, то между ними распределится 80% прибыли от создания блока, что я считаю очень даже заманчиво. Ну и это еще не все. Так как у Vilas для нас уже есть как веб, так и десктопный кошелек, скачать и установить который вы легко можете на любое из имеющихся у вас устройства, будь то Windows, Linux или же macOS. При этом совсем скоро станет доступен и мобильный кошелек от Vilas, который в свою очередь позволит сделать платформу еще более удобной в использовании, где бы вы ни находились, что, согласитесь, весьма здорово. Дополнить же и без того приличный список особенностей и преимуществ платформы Vilas стремится и WebBasset – универсальный блокчейн-эксплойер, отличающийся REST IP для разработчиков. Как видите, такого рода преимущества не остались незамеченными, о чем, собственно говоря, и символизирует многочисленное партнерство с различными блокчейн-платформами, биржами и прочими ресурсами, что лично меня крайне радует и впечатляет. А что по этому поводу думаете вы? Буду рада услышать ваше мнение относительно данного проекта в комментариях. А пока подписывайтесь на мой канал CryptoLady, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода моих самых свежих выпусков. На этом все. Благодарю вас за просмотр и прощаюсь с вами до своего следующего видеообзора.
Всем отличного дня, удачи и пока!